Друзья, смотрите, мы приехали. В отель-то вот недавно только открывается. С этой стороны еще такой шкафчик. Ну, пока впечатление так немножко удручающее. Вот та горка, смотрите туда. Страшно. Ой. Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Яна. Мы находимся в солнечной Алании, в Турции. И сейчас еду в отель. У нас сегодня праздники. И мусульманские начались праздники еще, ко всему прочему. И сегодня у меня очень необычное путешествие. Мы едем в отель с подружкой. У-ху! Как вы все знаете, мой молодой человек со мной не ездит. И поэтому приходится как-то вот придумывать самой что-то. Сегодня необычное у меня путешествие. Подружка приедет ко мне на машине, представляете? Кстати, ее тоже зовут Яна. Так что встречайте. Друзья, смотрите, мы приехали, в отель-то вот недавно только открывается. Смотрите, какая красота, такие розочки. Вот мы заходим, ресепшн. Ну так, я говорю, отель не новый абсолютно, поэтому чего удивляться. В общем, приехали, заселяемся. Сказали, что нету номеров с двумя кроватями, только с одной большой или только семейный номер. Посмотрим, что нам дадут. Отель называется Pegasus Royal. Друзья, смотрите, нас заселили вот в номер, за семейный номер. В общем, такая одна большая кровать. Такое все в темных тонах. И вот такие здесь две маленькие кроваточки для детей. Здесь такой еще дополнительный шкафчик. Там, смотрите, сейф. С этой стороны еще такой шкафчик. Ну, вся мебель не новая. Смотрите, все такое пошарпанное. Второй такой вот диванчик еще небольшой. Если, я думаю, его разобрать, будет, может быть, нормально. В общем, нам тут пришли диван разбирать. Пока давайте шкафчики посмотрим. Вот такой шкафчик. Ну, мебель старенькая. Не сильно, но... Давайте посмотрим вид, какой нам дали. Ну, вид так себе. Там прям совсем чуть-чуть вот там краешек на море. И вот. Вот так. Здесь так вот два стульчика, столик. Ну, такое все основательное. То есть сидеть удобно будет. Там вот не могу пройти. Не хочу, точнее сказать. Для вещей. То есть для сушка для вещей. Так что все есть, друзья. Сейчас покажу вам еще мини-бар. Там что осталось. Просто сейчас нас разбирают там кроватку. Чтобы, ну, две кровати было. Чтобы удобно было спать. То мы как бы не совсем такие близкие, как сестры, как с Валечкой было. Мы с ней вместе на одной кроватке спали. Другое совсем. То есть просто знакомая девушка, подруга. В общем, номер обошелся в 1380 лир. Ну, то есть это нам, ну, каждому 1380. То есть 2700 там с чем-то. Напишу в рублях, сколько это стоило. То есть 1380 лир на одного. На двое суток. На двое суток все включено, все вместе. Здесь, смотрите, во второй комнате такой телевизор Vestel, но новый достаточно. Бутылочка водички, пепельница, стаканчики. Давайте посмотрим мини-бар. В мини-баре вот одна водичка. Холодильник такой чистый, не чистый и не новый. Здесь это вот всякие дезинфекторы, салфеточки. Идем, пойдем сейчас изучать. Вот ящички, здесь иголки есть. Что-то уже выпало у меня. Тапочки почему-то. Они две пары. Такие тоненькие. Давайте посмотрим туалетную комнату. Здесь
практически ничего нет. Я думал, здесь все будет очень круто. Это для диски, это палочки, это пустой пакетик. Мыло вот здесь. Фен. Вот такой унитаз тут. Даже везде Пегасус нарисован, смотрите. Давайте посмотрим еще душевую кабину. Ну, душевая кабина, видно, отремонтирована. Все чистенькое, новое. Здесь тоже вот так гель-душ. И здесь вот, смотрите, такой душ есть. Я теперь уже боюсь, что нет. Вот такой душ. Тропического нет. И вот такая штучка есть. Не знаю, работает она, не работает. Можно подсматривать. Ну, скорее всего, за детьми. Ну, пока вот впечатление так немножко удручающее. То, что это все не новое. Может быть, немножко после стаканчика пива, может быть, и ничего будет все уже казаться. Идем дальше смотреть территорию. Вот здесь смотрите, что-то такое. Что это такое? Сате? Буне? Артишоки. Артишоки с овощами. Сливками. А, вот артишоки, вот. И здесь тоже овощное сате, бювич из баклажана, рагу из нута. Да, смотрите, питание здесь необычное. Могу сразу сказать. Это вот из булгура паста. Здесь всякие сыры, закуски. Артишоки опять. И бутербродики. Написано «золотой стартер». То есть это как бы для начала. Вот такие бутербродики. Салатики тут сюда с рисом. Вот цезарь салат. Цезарь. Цезарь салат. А. Ну, салат цезарь это был. Гиби. Соленья, смотрите, какие красивые оливки большие. Красота. Свежайшая зелень. Короче, это измирские котлеты. Это овощи с сыром. И это индейка. Это что-то из Хатая, тоже мясное. Это рыбка запеченная. Это с мясом этот самый бамия. Это какая-то лапшичка с сыром. Друзья, ну питание очень необычное. Овощное сате. Брокколи. В общем, это пирожки. Это картофельное пюре. И курица в таком вот кляре. Ну, интересно попробовать. Смотрите, лук карамелизируют здесь. Интересно. Вот он уже здесь карамелизированный. Это телятина. И рис вот такой вот, как узбекский плов. С инжиром. С курагой. Вот паста. Это еще паста. Все радуются, камеры. Еще паста. Вот нашла морепродукты. Сате с морепродуктами. Рис и фрикадельки. Вот смотрите, видимо, здесь жарят. Смотрите, креветки. Эти мидии. Всякие овощи, грибочки. Фрикадельки. Какая красота. Ну вот супчик, овощной супчик. И из кускуса, это типа как... Ну, как булгур, в общем, кускус. Здесь, смотрите, еще куриные котлетки с каким-то соусом. Здесь, смотрите, тоже картошечка так красиво разложена. Кольца луковые. Здесь вот гамбургер делают, пиццу. Ну, там, смотрите, пиццу делают. Гамбургеры вот такие. Смотрите, вот такие стулья. Ну, все такое старенькое. Столики такие старенькие. Вот смотрите, что я взяла. В общем, тут салатик, видимо, с кабачками. Здесь это сате, креветки. Таких вот взяла попробовать фрикадельки. Это курица какой-то в панировке. Здесь салат. Он мне еле выдал вот столько. Сыр мой любимый и две котлетки. Давайте пробовать. Давайте попробуем. Фрикадельку. Вкусно. Жесткая. Мидия.
Ну, мидия вкусно. Креветки. И последнее. Котлетку попробуем. Тоже чувствуется, что такая твердоватая. Нет, котлетка нормальная, вкусная. На гриле такая. Пожаренная. Видите, какой вид, друзья? Так, конечно, можно обедать, ужинать и завтракать. Друзья, вот смотрите, ресторан от этого отеля выходит вот прямо на пляж. Вот это пляж Инджикум. Вот где я была, у меня тоже есть видео. Лучшие пляжи около Алании. Можете посмотреть. Шикарный пляж. Посмотрите, уже все, зонтики, все есть. Все купаются. Обалдеть. Мы сейчас тоже пойдем на пляж. И здесь тоже купаются. Здесь вот еще бар один, очень красивый. Смотрите. Какая красота. Смотрите. Мое любимое триличие. Какой-то фиолетовый, смотрите, какие красивые. Шоколадные. Это вот, видимо, тоже какое-то суфле. Такие ягодки. Красивые. Вот сладости баклава. Смотрите, взяла вот такие пироженки. Это было большое, я попросила отрезать. Это триличие, мое любимое. Что, друзья, питание. Ну, не могу сказать, что прям супер. Необычное, как бы много такого необычного. Но, по сути, среднее, будем так говорить. Сейчас идем на пляж. Собрались, пойдем отдыхать. О, так хочется лечь на пляжик. Купаться, конечно, навряд ли мы будем. Друзья, ну смотрите, вот отель. И вот здесь сразу, короче, пляж. Вот такой. И вот так, в общем, море. И посмотрите, все купаются. Сегодня начало мая. Здесь, смотрите, песок. Песок. Он горячий, нереально уже. Я без тапок не могла пройти. Вот из корпуса Пегаса открыт только этот отель. Вот тот отель еще закрыт. Видите, там никого нет. Открыли пока только этот отель. Пегасус Роял. Вот такой пляж. Это вот пляж, этот Инджикум, городской пляж. Мне прям интересно, как люди купаются. Я не знаю, это кошмар. Для меня это прямо ледяная вода, просто ледяная. Вот этот отель, этот Вомы, вот там Аннабелла рядом, где я была. И вот этот другой корпус Пегасус. Друзья, ну я забыла масло в номере. Идти не хочется. Давайте сделаем ставки, сгорю я сегодня или нет. Интересно прямо даже. Здесь еще продолжение пляжа за этим баром. Пляжный бар. Друзья, ну какой кайф. Какой кайф вообще. О, супер. Друзья, смотрите, ну здесь такой мостик. По этому мостику идем. Попадаем вот так вот в бассейн. Смотрите, вот горки работают, но они такие прям на лайте. Вот это совсем детские две горочки. И это вот немножко побольше горочка. Вот там детский бассейн. Здесь мороженое. 1,5 евро. Один шарик. И 2 шарика. 3 евро. Здесь такое детское место. Детский бассейн. Друзья, ну вот туалеты чистые, достаточно новые, то есть приятно все отделано, достаточно, то есть такой запах приятный стоит. Вот рядом с этим грибком еще
Вот такие вот горки. Смотрите, детские. Везде вот охрана, смотрите. В общем, везде работники, вот везде абсолютно. То есть нигде нет такого, что горка стоит и никого нет. И работает еще, по всему прочему. Здесь прям целый уголок для детей. Все детское. Меня прямо тянет потрогать воду. Вот ребенок съезжает. Интересно, вода прогревается. Кстати, вода не холодная абсолютно. Интересно. Сейчас вот праздник Байрам турецкий. Ну, я имею в виду, он вообще мусульманский, я имею в виду, в Турции. И выходные дни, 10 дней выходных. И очень много турков приехало. То есть вот сейчас вот мужчина на пляже говорит, ну, этот он предлагал эти водные развлечения. И говорит, короче, что... Мне вообще не ждали русских. Он так удивился, что мы из России. Он даже опешил. И такой спрашивает, а как мы, говорит, сюда подобрались? Я говорю, пешком пришли. Ну, неудачная, конечно, шутка, но ничего, что делать. В общем, вот. Ну, в общем, говорит, что типа Туи только летает. Вот Sun and Fun, который сейчас новое название у него, ребрендинг. И остальные, типа, не знаю, как из России долетят. Вот, в общем, детские водные горки работают с 10 до 12 и с 2 до 5 часов. Вот так выглядит целый городок такой детский. Тут наш корпус, наши с Яной, вот здесь вот где-то номера. Номер, вернее, здесь вот рядом, на втором этаже. И вот так, если идти, вот здесь еще один бассейн. Вот здесь, короче, детский клуб. Вот Kids Club написано. Вот на такой травке. На такой детский клуб. Вот смотрите, все такое чистенькое, все уютненькое. Вот здесь вот и водичка, и руки можно помыть. Вот смотрите, еще одна горка. И прям вот так по трубе в бассейн вылетаешь. А здесь что? Какие-то ушки, смотрите. Ну, я не знаю, это, наверное, какой-то типа фонтанчика здесь. Только для детей написано от 3 до 8 лет. Это, видимо, все-таки какой-то бассейн. Здесь просто меня привлекли вараны. Вот смотрите, варанчик. Но он маленький, далеко. Вот я была, детский клуб. Здесь вот этот фонтанчик. Или там, не знаю, какой-то, видимо, бассейн, который сейчас не работает. Вот тут такие мостики. И тут еще вот какие-то горки. Идем туда. Вот эта горка, смотрите, туда. Страшно. Ой, я же вот так и не решилась прокатиться на этих горках. Надо хотя бы с маленькой, с какой-то начать. Но ничего же особенного вообще. Чего я боюсь, я не знаю. Да что к чему? Да какой-то вот, не знаю, какой-то вот ступор, наверное. Вот что вот здесь бояться? Вот надо вот на этой горке начать кататься. Смотрите, вот на этой. Я думаю, это совсем не страшно. А вот этот основной отель Пегас, он еще закрыт. Все закрыто там. Вот видите, смотрите. Вот здесь еще один бассейн. Смотрите, видите, вот еще бассейн. Может, пойду Яну сейчас туда позову. Может, мы здесь искупаемся. Смотрите, классно, такое уединенное место здесь вот. В общем, бассейн такой, смотрите, большой. Сюда. Сюда большой бассейн. Видите, очень много таких вот варанчиков. Они такие маленькие. Вон, смотрите, бежит. Не боится вот этот. Смотрите, вот так вот выходишь в сторону моря. Здесь вот такая дорожка. Сейчас я туда как раз по ней пройдусь. Красиво. Сейчас поговорила с барменом. Отель открылся вчера. Я говорю, ну нужно еще, конечно, ремонт, говорю, делать. Он такой, ну да, говорит, поменяли, говорит, кое-где, говорит, сантехнику. Типа, ну, ну от него чего, что зависит, ничего. Конечно, говорит, многие, говорит, пишут, что нужен ремонт отелю.
Вот смотрите, какая лавочка тут красивая. Ухоженная территория достаточно. Смотрите, здесь вот есть такая арена внушительная. Амфитеатр. Будет дискотека сегодня, сказали, или что-то там какие-то. Вот такая, короче. Детская или дискотека, я так не поняла. Будем смотреть. Вот такой амфитеатр. Смотрите, написано. Желаем вам фантастического отдыха. В лифте написано. Почему так душевно с Яночкой отдыхаем? Мы всего отдыхаем 2 часа. Такое впечатление, что нам уже, что мы уже устали отдыхать. Пошли за пиццей. Пошла за пиццей я. Она принесла эти роллы, а пиццы еще не было. Я пошла за пиццей. Вот видите, после обеда здесь работает такой вот midday snack какой-то, 12 до 4. В общем, не успела я за пиццей, ни за какой. 5 минут они закрылись. Друзья, в общем, Яна устала, уснула. А мне ничего, у меня сил много. Плюс у меня такой огромный допинг определенный, как вы. То есть вам интересно, что происходит в отеле. И поэтому, конечно, я иду дальше смотреть. Друзья, смотрите, ну, Бейлс есть. Вот смотри, как измельчил лед. Так классно. Ждут туристов вообще. Готовы прям вообще хоть что делать. Все по вашему желанию. Чуть позже будем пробовать виски. И, может быть, что-то еще, какой-то ликер посмотрим, что есть, что нет. Все вам расскажу. Оставайтесь со мной. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Друзья, смотрите, какая красота! Ну вот хотела еще апероль. Апероли сказали, что нет пока еще, но будет. Ну то есть, ну в любом случае, это, конечно, не натуральный апероль. Но вот... Это как типа тоже мартини. Росса. Такой очень сладкий. Ну, вкусно. Класс.